Дорогие друзья, шалом алейхем. Когда мы видим успешного человека, у него все получается, мы думаем, что у него особый талант, возможности, поэтому у него хорошие результаты. А неуспешный человек, у него нет таланта и возможности меньше, поэтому у него нет успеха. На самом деле причина совсем другая. Успешный человек, причина его успеха – это не его талант. Причина только одна, потому что у него была целеустремленность и большое желание сделать то, что надо. У него не было никаких сомнений, что у него может быть не получится. И он сколько этого хочет и насколько уверен, что он может это сделать, что он смог подключить все свои силы и открытые силы, и скрытые силы. И он подключил всех вокруг ради цель и что исполнит его план. Неуспешный человек, когда он уже начал, он не был уверен в себе. У него желание было такая, что если получится, я сделаю. Если не получится, тогда не буду делать. И даже он сам не был уверен, когда он начал, что у него получится. Тогда он не смог подключить все свои силы, и он не подключил всех вокруг ради успеха его проекта, тема, которой он занимается. И получается, что причина только в этом. Есть у человека вот этот драйв, вот это большое желание и целеустремленности, или ее нету. Мы сейчас находимся в месяц Элул. Это очень важный месяц, когда мы делаем самочет за весь год, готовимся к Новый год, Рош Ашана, Йом Кипур. Месяц называется Элул. Элул – это аббревиатура «Ани ледоди ведоди ли» – «Я к своему любимому и любиме ко мне». Это наше отношение со Всевышним. Когда у человека есть надежда на Всевышний, и он понимает, что Бог ему поможет, и он верит в нем, тогда у него все получится. А бывает, что слово «элул», если буквы мы читаем наоборот, это будет не «элул», а «лулей». «Лулей» — это «если бы», что человек говорит себе, если было бы так, или так, или так, у меня бы точно получилось. Но потому что ситуация такая, поэтому у меня не получается. Это наоборот от «элул». «Элул» это я к любимому, любимый каминет, когда человек сделал свой план, у него есть большое желание и уверенность, уверенность в себе, во Всевышний, в своих друзей, которые вокруг него, и внутренней силы. А «лулей» это когда человек заранее уже готовит причины, почему у него не получилось. Если было бы так, у меня бы получилось. Но так как ситуация не такая, получается, не дай Бог, что у человека был «лулей», אני אלול. יבוא תתא נשו רוק נאית את נידלי, כגדם מידלי מיתוג נווס גוד, שתו מי פסיגדה, כגדה שתות הנצ'יניים, בילי וברנה, אי נדייליס נפסיבישני, אי תגדה אונס, זבוז'ה פומשי, פסו פלוצ'יצה, אונס יסילה, אייס לי מי נצ'יניים פידיסיית נפידיסיית, תגדה לוצ'ני נצ'ינת, פתמושתו מיסמי סיביר אז השרובעים, אי אקורג'ני נשא, אי ניצ'יבו חרושבה, ני פלוצ'יצה. Seid gesund, a guten Shabbos. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.